Всем привет! Вы на канале Просто Детки. И сегодня у нас обзор очередной части игры Адам и Ева, которая называется Зомби. Адам будет бороться с зомби. Давайте с ней познакомимся. Получается, нам нужно нажать на дверь. Вот она, открываем. Затем нажимаем на Адама. Вот он идет. И что он здесь делает? Светофор у нас красный. Нужно его переключить. Ой, урна упала. Почему у нас штакетина все, допустим, такие бежево-коричневатые, одна желтая? Вот я на нее нажал, смотрите, на штакетину. И нам загорелся зеленый свет. Не зря. Опа! Срочно нужно брать лопату. Адам. Что, ты пугаешься? Подождите. Ай! Что же делать? Зомби! Нет! Чемоданчик! В общем, меня зомби съел. Так, чемоданчик, ключик. Открываем кабинку. Ого, 16 тонн. В общем, мы зомби раздавили. Так, дальше. Ой, время идет. Время. Что это? Что это? Молоток. Штакетина. Быстрее. Блин, опять меня съели. Такого еще не было, чтобы в этой игре нас съели. Так, быстренько, наверное, нужно... вот. Ой, там еще один зомби-кот. Давай, быстрее. И, Адам, давай, убегай. То есть тут мы кота не победили, тут мы от него убежали. Так, резетка. Что это у нас? Блин. Вот это да. Так, включаем. Там летучая мышь, там вот кот. Пылесос. Убираем грязь. Адам, блин. Так, опять включаем. Пылесос. Ящик убираем. Адам, что? Ну уже, пробегай быстрее. Фух, спаслись. Вот это сложная игра. Так, что мы здесь делаем? Нужно убрать сначала тачку. Теперь поднять это все дело наверх. Адам сюда опускается. И мы уехали. Ого. А куда это мы уехали? Смотрите. Видите, он такой, как ежик темный. А, нужно вот убрать птичку. Это как нам ее убрать? Птичка. Кирпичом в нее кинуть? Ага, нет. Мы кинули кирпичом в трубу. Птичка испугалась летучих мышей, которые оттуда выскочили. Поднимаем вот этот вот подъемник. И Адам может наконец-то проходить. Ох, какая сложная игра. Ой, опять зомби, он идет по крыше. Адам! Что? Что делать? О! Кот, получается, упал. Ха-ха! Что дальше? Адам. Ящик. Ух ты. Ха-ха-ха. Кинули гранату, наверное, да? Так, это хорошо. О, все, наконец-то. Все условия выполнены. Пробегаем. Мы кота этого зомби взорвали, мы классно. Так, опять, что это мы сделали? Лестница. Спускаемся. Ого, куда он пошел? Вот мы сюда пришли. И что, совсем упали? А, нет. Наконец-то светло. Вон зомби прорывается через забор. Нужно взять, наверное, топор. Так, а что нужно сделать? По-любому топор нужно взять. Нам нужно же как-то... А, не, вот грабли. Что делать граблями? Адам. Вот он здесь. Не получается ничего у меня. Топор. По-любому нужно топор как-то взять, нет? А, вот ключик. Вот оно. А здесь еще один ключик, я же думаю. Теперь заводим трактор. Что, мы можем чуть взять топор? Обалдеть. И вот мы зомби переехали. Ого. Ого. А, топор нужно взять. И зомби. Тук-тук-тук. Все, топора у нас уже нет, да? Как же нам его... О, скинуть. Все, скинули. Ну, Адам. Ускоряйся.
Отлично, так, а здесь какой-то пазл. А, подождите. Крот, крот, убегай. Так. Так. Блин. Не получается. В общем, все, мне хана. Ключик сверху. А, вот, нужно было открыть. Быстрее, быстрее, дам. Давай, давай, давай. Фух, успели. Обалдеть, то крот этот... Крот получается зомби, да? Так, динамит. Получается, нам нужно его как-то взорвать. А, вот, получается, это рычаги вот сверху. Нет. Ладно, пробую. Есть. Голубенький. Есть. Фиолетовый. Есть. Так, Адам, ты не хочешь пройти вперед? А, в общем, нам даже не нужно было все взрывать. Так, что здесь? Кирка. Котик, ты не хочешь подвинуться? Ой, съели котика, бедный котик. А я предупреждал, отойди. Дайте нам кирку. Разбираем этот завал. Можем пройти дальше. Забери кирку, Адам, понадобится. То есть мы от зомби текаем под землей, получается, да? Там машина. Смотрите, кот спрятался, зомби, он в этих шинах. А что же, как же здесь быть? Ого, это крот какой-то там, мертвый. Что делать? Что здесь можно сделать? Нам нужно как-то, может... А, вот, снять шины с этого зомби-кота. Вот он идет за, за мышкой. Его там клацает. Теперь мы включаем магнит. Он поднимает машину. Мы поднимаем это все вверх. И можем пройти, наконец-то, мы на поверхности. Ух ты! Так, вот. Что это у нас за... Эти, получается, поломанная машина. Тут не хватает свечей. Нам нужно поменять свеч. Как это сделать? А, вот мы старую выкидываем. Ну, вот, есть. Ставим новую. И теперь она должна завестись. Что, нет? Почему она не заводится? Странно. Адам, разберись, тут что-то не так. Ну. Что не так? Так, эта свечка правильная. Так, а может нужно сначала закрыть капот, а теперь завести. О, точно. Ой-ой-ой, куда это мы приехали? Одни зомби-коты вы тут везде. О, хорошо, что мы были на машине. Так, ну в машину мы приехали. Ой, блин, нас съели. А здесь? Там закрыто. Так, ну нам нужен ключ где-то. Где наш ключ? Получается, вот сверху ручка от второго холодильника. Открываем, получается здесь вот... Масло смазываем замок, потому что иначе он бы не открылся. И теперь его открываем. Надеюсь, там зомби нет. Что, нет? Открываем дверь. И идем. Пускай теперь зомби выходит, он нам не мешает. Ой-ой-ой. Тихонько. Тихонько. Нам нужно наверх, но у нас не хватает палочки. Как нам ее взять? Ой-ой-ой. Так. Нужно подобрать код. А, вот, получается, код где? Тут какие-то письмена на двери, ну, на стенке. А, 6 минус 4 получается. Это получается 2, да? Нажимаем 2. Дальше 40 делить на 10, наверное, да? Это 4. Нет, неправильно. А, правильно. И последнее 72 минус 66. Получается у нас 6. Открываем. Отлично. Берем ключик, открываем замочек. И что теперь? Так, нужно отключить сначала радио, да? Иначе оно сейчас заиграет. Как нам его отключить? Не получается, видите? А-а-а, класс, оно в розетке. В итоге зомби-кота ударило током. А Адам может спокойно пойти дальше. Так, что это? А, я оттуда хотел с холодильник. А, нет, я думал, то я в холодильнике там вышел.
У них плохой сигнал, получается, ничего не показывает, да? Нам нужно как-то, наверное, антенну поправить, нет? Что нам нужно сделать? Вот рисунок. Так, ведро упало. В общем, что-то здесь не то. Ага, вот мы шину теперь скинули. Ящик скинули. Антенну, может, теперь скину, нет? Адам. А, он просто спокойно прошел. Даже ничего сложного не было. Так, опять тут везде лопаты. Бочки. Нам нужно перелезть через забор? Нет. У нас металлодетектор, мы им что-то ищем. А что мы им ищем? А вот что-то мы нашли, да? А что здесь? Здесь ключик. А от чего ключик? А, вот от этой двери. Там же колючая проволока, мы бы не смогли перелезть, да? Открываем дверь. И что? А нет, наверх. Думал опять под землю. Так, бочки какие-то радиоактивные. А, кнопка нажимается? Нет. Да, нажимается. Тут все легко. 5 минут спустя. Ой. Это что, я? А, я зашел туда, в эту радиоактивную пещеру. И что, стал тоже радиоактивным Адамом? Блин, мы так старались. В итоге сами заразились. Вот так вот бывает. Был герой, стал зомби-герой. Ну что ж, друзья, на этом наш обзор завершен. К сожалению, у нас конец оказался не сильно хорошим. Но это все игра, поэтому не расстраивайтесь. А если вам понравилась эта игра и вы тоже хотите ее пройти, то ссылочка на нее в описании к этому видео. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, пишите комментарии. А также подписывайтесь, кто этого еще не сделал, делитесь с другими детками, советуйте игры для обзора. И оставайтесь с нами, дальше будет только интересно. Пока-пока, до новых встреч!